Итак, небольшая пешеходная прогулка. Вот мы только что здесь проехали. Сьерра Пелона. Долина Сьерра Пелона. И вот мы где с вами находимся. Васкес Рок. Natural Area. County of Los Angeles. Ребята, у меня уже впереди несколько видео. И вся история этого места в моих видео. Поэтому, кто новенький, посмотрите мои видео. Вот, мы с вами проехались по всей вот этой зоне, и я сделала много фото, а сейчас мы здесь пройдем немного в районе музея. Здесь есть очень красивое панно, я хотела вам показать. А в моих старых видео, мы здесь были здесь полтора года назад, у меня есть видео из музея внутри. На этот раз мы внутрь не пойдем, потому что ну, то же самое, зачем снимать еще раз. Вы можете посмотреть историю этих мест. И там даже отрывки из фильмов. Какие. Сейчас я подойду с той стороны и покажу вам вот это панно. Здесь на территории парка-музея проходят занятия для школьников, для студентов. Ну, по различным предметам, я так буду, предполагаю. И по географии, и по истории. И по истории индейцев, так как это были первые поселения, они здесь жили 10-15 тысяч лет назад. Вот видите, вот это вот все учебные такие маленькие домики. Да, интересно, конечно, что там. Здесь так мало что изменилось. Вот что мне нравится в Америке. Смотрите, везде в таких местах краеведческих, так сказать, музеях. Есть музей, есть столики для приема пищи. Есть туалеты. И вот эти вот все занятия здесь проходят. Я так думаю, может быть, по биологии, животный мир. Вот видите, вот это флора и фауна этих мест. И как я уже говорила ранее, вот что-то они выращивают здесь, интересно, не написано, никто не узнает, что это. Вот. Я, конечно, не знаю, что может поместиться в такой крохотный домик, но что-то вот там, наверное, классы. Никаких, что-то, Eagle Scout. О, это скаут, знаете, Boy Scout, Girl Scout, лагеря. Вот теперь все понятно. Значит, здесь, ну, скажем так, в нашем понимании, пионерский лагерь. Boy Scout, Girl Scout. Вот нам еще одна небольшая скала на память. California juniper. California juniper. Yeah. Oh, okay. Are so those pretty. Eatable, no? They are, but you have to process them a certain way. Okay, like a jam, prepared jam or something. You can't eat them raw, no? You can if they're, well, because the outside is kind of tough, but it's softer. Uh-huh. And then there's hard seeds on the inside. Okay. So the seeds you have to like bleach and process. But... Can I put you in the camera for a second? Hey, sure. How you doing? Hi. What's your name? I'm Sarah. Sarah, nice to meet you. I'm Lana. I'm doing YouTube channel. I'm from Eastern Europe. Oh, wow. Welcome. And I speak Russian. Actually, I live in LA for 30 years. Oh, okay. Yeah, but awesome. It's, and you have a very county cool. of Los Angeles, yeah, so natural we're area. LA County Parks. Okay, that's the lady you come to. Yeah, that's it. We're here all the time. Okay, can I have one of your brochure? Yeah, sure. I've been here a couple. Well, these are for a couple of our programs. I'm updating these, but if uh-huh. you want to look in the interpretive center, uh-huh. we do a bunch of weekly programs too, yeah. every week. Yeah, actually, we've been there before. I don't have a time right now, but yeah. we took the old scenery of the park and yeah, everything is so it? Amazing. Yeah. yeah. When is actually hot, start very hot here? Usually like May. May. Yeah. Жарко становится в мае. Yeah. But the end, you know, the afternoon is nice. Earlier morning or end of the day is nice when okay. it's hot. Okay. So. Wonderful. Thank you, Sarah, so yeah, much. So nice to see you. We'll see you next nice to meet come. You. Uh-huh. Bye-bye.
I love your shirt in the back. Let me see what you got there. This natural our, area. This is our division, so we have all the nature centers and the county operates. Oh, wonderful. Это дивизия натуральных парков, Preservation Council of LA, Department of Park. Thank you, sweetheart, so much. Nice to meet you. Вот этот сам музей, но мы туда не пойдем, потому что времени нет, мы поедем сейчас в другое место. Захотелось мне все-таки зайти, но раз уж мы здесь, почему бы не зайти? Давайте зайдем. Девушка, ее зовут Сара, она работает, и они, как я и сказала, программы для школьников, для студентов. Just wanna get to the door. Doesn't look like it's open. Oh, it is. Так, вот все-таки мы зашли внутрь. Вот, ребят, вот это вот вся территория парка. А, спасибо, добрые люди помогли, я бы даже и не знала. Oh, look at that. Вот это животные, которые здесь живут, жили. California juniper. Ага, вот эти ягоды, помните, я вам показывала, это калифорнийский juniper. А это сова. Barn owl. Era of life. Вот все здесь показано как раз в этом чарте. Geological time scale. Видите, какие рыбы, млекопитающие и прочее. А это настоящие змеи. Это desert rosy bowl. Видите? Они все на снова скорпион. Но его почему-то не видно. Вы знаете, в прошлый раз, когда мы здесь были, я его тоже не видела. О! Привет, красавица! Все, им создали, как будто она в натуральном хабитате. Видите, как эти, как скала. Тарантула. Тарантула. Is tarantula actually here? Tarantula actually here? No, scorpions, no tarantula. Okay. Yeah, I never seen it in my life. Would be interesting. Rattlesnake. О, вот это вот rattlesnake. Это ядовитая, ребят. Вот запомните, с ней вы не хотите встретиться. О, окей. Tarantula погиб. So here is all poisonous, right? Majority of them? Alligator lizard. What about alligator lizard? Is it poisonous too? No, there's oh, okay. Так, вот здесь вот вся история. Юка, эти все растения. И вот, ребят, видите, поселение Хуан Хосе Фостера, 1910 год, его семья. Татавиам, видите, illustration of typical Татавиам. Вот индейцы племени Татавиам. Татавиам Today. И все эти до сих пор предки их живы. Очень интересная история, вы можете почитать. Искали золото, нашли рай. Вот так говорят об этой земле Калифорнии. Белое золото. Здесь был найден боракс, что употребляется для отбеливания белья. Видите, в горах Калифорнии. История Ранчо Эскондидо. Вы знаете, в этих местах громадное количество истории. И вот from homesteading to Hollywood. И вот здесь уже показывается производство фильмов.
Sunset в пустыне, Roy Rogers. The Sea of Grass. Видите, очень много вот эти фильмы конквестов. Coach Eyes. The Lone Ranger Rides Again. Это знаменитый фильм тоже. Вот больше мертвый, чем живой. Я вам как раз рассказывала об этом фильме. Видите, все индейцы, индейцы. Вот Star Trek. А вот и Flintstones. Планета обезьян. Looney Tunes. Вот как раз именно там, где мы с вами были. Ну и, конечно, надо обязательно показать вот этот красавец Eagle. This is just an eagle, right? Typical eagle. Which one? Condor. Condor. О, окей, ребята, это кондор. Помните, по-моему, у Джеймса Ласта есть такая мелодия «Полет кондора». Окей, друзья, на этом я закончу. Еще раз огромный привет из Калифорнии. Аквадулче, Васкес. Рок-музеем. Если вы будете в наших краях, обязательно посетите это место. Всего самого-самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.